Здравствуйте, дорогие зрители и гости нашего канала. С вами я, Богдан, на канале Татьяна Егорова-Речкалова. И сегодня у нас просто потрясающие, очень красивые украшения, а точнее комплекты из драгоценных камней в серебре. У нас есть небольшие обновления. Например, в камере. Мы приобрели новую камеру и надеемся, что качество видео и цветопередачи станет намного лучше. По крайней мере, мы всегда к этому очень стремимся, чтобы вам показать максимально тот цвет украшения и изделия, который видим мы глазом, потому что камера все-таки в силу своих технических особенностей не может передать этого на 100%. Ну, это практически невозможно на 100% передать свет, но все, что будет в наших силах, мы будем стараться вам передать. Вот. Находимся мы в городе Ростове-на-Дону. По всем вопросам можно писать в WhatsApp, в Telegram, в Viber. Что-то подобрать, что-то спросить. Не стесняйтесь, всегда пишите. Так, немножечко затянул я начало, но давайте, наверное, начнем. И первое, это у нас будет комплект из голубого топаза. Смотрите, какой красивый комплект. Буду вам его приближать, показывать. Посмотрите, какая просто красота камней. Посмотрите. Какая красота. Это серебро. И камень голубой топаз. Размер колечка здесь будет 18,5 в этом наборе. И стоимость этого набора 3700 рублей. Далее у нас идут сапфиры. Смотрите, наборчик достаточно маленький. То есть это, знаете, на какую-нибудь такую дюймовочку, я бы сказал. На небольшую ручку, 17 размер. Камешек маленький, сейчас вам его постараюсь поближе показать. 2,7 карат. Смотрите, как переливается в огранке. У нас вообще сегодня все украшения идут в огранке. Невероятно красивые. Посмотрите. Это, собственно, само кольцо. И вот такие вот серьги идут к нему. Сейчас сережечки тоже вам покажу. По крайней мере, одну точно. Смотрите. Какая красота. Вот, казалось бы, маленькая, но серьги придают очень большой шарм. А здесь также идет кулончик маленький. Это набор. Размер колечка 17, стоимость набора 4050 рублей. Если вы хотите разбить набор на какие-либо части, это все обговаривается, пишите без проблем, договоримся. Далее у нас идет тоже набор сапфир. Давайте, наверное, я постараюсь показать его с помощью... О, смотрите. Потому что вот по-другому никак, камень маленький достаточно. И вот только так я смогу вам его показать. Смотрите, как переливаются все-таки камни здесь. Это у нас будет, как я уже сказал, сапфир. Размер колечка 17,5, стоимость его... этого комплекта 4800 рублей. Смотрите. Колечко у нас вот такое. Очень красиво. Давайте поедем дальше. Дальше у нас идет тоже наборчик из сапфиров. На самом деле, признаюсь честно, достаточно сложно мне показывать даже вот с новой камерой такие маленькие украшения, потому что все-таки сейчас смотрите,
какой интересный цвет именно внутри у него. Вот я пытаюсь вам показать именно, что в самом, внутри самого камня, какой цвет там скрыт. Смотрите. Я очень надеюсь, что вам видно, потому что ну, камни темные, маленькие. Действительно непросто показать. Также в комплект идет кулон. Каратность камня 2,9. 2,9 карат. Размер колечка 18. Стоимость комплекта 4800 рублей. Также есть другие размеры. О наличии также вы можете написать, узнать. Вот, и мы для вас подберем. То есть у каждого комплекта может быть еще размеры чуть больше, чуть меньше. Смотрим дальше. Смотрите, какой у нас красивый набор из рубинов в огранке. Посмотрите, какая красота. Давайте отдельно вам покажу колечко сейчас. Вот так оно выглядит. Это не скол, это грязь. Немножко попало. Все хорошо. Смотрите, какая красота. Размер колечка 17,2. Опять же, на небольшую ручку. Собственно, сами рубинчики, серьги и кулон. Смотрите, как они внутри выглядят, каким образом. Вот так сбоку. Стоимость набора 5100 рублей. Дальше у нас тоже идет рубиновый набор. Да, они достаточно похожи, но все же разные. Тоже это будет в огранке, серебро. Вот такие серьги, вот такое колечко. Смотрите, какая все-таки красота. О, смотрите, я смог поймать эту красоту рубина. Просто невероятно. Очень красиво. Размер колечка 17. Смотрите, как переливаются грани. 5200 рублей стоимость набора. Следующий у нас наборчик идет, второй ряд. Сейчас покажу вам немножечко. Оп. Второй ряд. Начинаем. Приближу. И это будет у нас тоже рубиновый набор. Ой, упало, значит, кому-то понравилось. Смотрите, тоже просто, ну, красота. Посмотрите, как переливается просто грани. Как... Собственно, это будет подвес и серьги непосредственно. Очень красивый набор. Колечко 18 размера. Да что ж такое, опять падает. Стоимость набора 5200 рублей. Рубиновый наборчик. Поехали дальше. Следующий у нас идет изумруд в огранке. Смотрите, тоже набор. Состоит он из кулона, кольца и серьги. Вот такие. Смотрите. Тоже невероятной красоты. Вот я пытаюсь поближе вам показать, чтобы вы прям разглядели. Собственно, вот серьги. Вот так они выглядят сбоку. Смотрите. Я заранее прошу прощения, если каких-то тонкостей я, возможно, не успел запомнить за несколько лет своей деятельности с мамой. Ну, надеюсь, вы меня за это простите. Комплект все-таки очень красивый. 17 размер колечка. Стоимость его 5200 рублей. Поехали дальше. Смотрите, вот такой у нас комплект. Разноцветный, я бы его так назвал.
очень красивый. Простите меня, я не записал, как называются эти камни. Я перед вами извиняюсь. Вы можете написать личные сообщения, уточнить. Все расскажем, все покажем. Смотрите, какое кольцо. Какая игра камней. Ну просто это сказка. 19,2 размер колечко будет. Стоимость этого наборчика 5480 рублей. Далее у нас идет просто невероятный топаз в огранке. Наверное, это один из самых красивых для меня, например, лично наборов в этой коллекции. Посмотрите, как играют камни. Это просто вау. Это такая красота. Вот я даже не знаю, как словами описать, но это очень красиво. Смотрите, как выполнена работа. Видно, знаете, что мастер, вот лично на мой взгляд, вкладывал сюда душу. И получилось прям невероятно. 17,5 размер колечко у этого комплекта. Стоимость его 5600 рублей. Давайте смотреть дальше. Отпускать, конечно, не хочется, но нужно. Далее у нас идет танзанит в огранке. Вот такой вот. Смотрите. Ромбики, я бы сказал. Давайте подсвечу немножечко. О, смотрите, какая красота внутри. Посмотрите. Просто вау, как переливаются они, а грани как переливаются. Очень красивый комплект, я считаю. 17 размер колечка у этого комплекта. Ой-о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 й, тихо-тихо, а то тут мы уже улетели куда-то далеко. 7000 рублей. Его стоимость. Поехали дальше. Желтый сапфир. Наборчик из желтого сапфира. Ну, желтый цвет в целом на камере всегда достаточно неплохо смотрится. Очень выигрышно, очень красиво. Посмотрите. Красота. Чуть-чуть, наверное, подальше вам его покажу. Посмотрите, какая красота. Идет здесь у нас колечко, серьги и кулончик. Смотрите. Вот так выполнена работа. 18,5 размер колечка. 7100 рублей стоимость этого комплекта. Далее у нас идут... Тоже фавориты моего сердца. Это кулончик цитрин в огранке. Посмотрите, как это красиво. Я бы хотел вот показать вам, какая все-таки красота. Вот если мы, знаете, постараемся как-то его чуть-чуть на просвет. Сейчас я постараюсь это сделать. Смотрите, как играет он внутри. Знаете, вот как мне напоминает, как калейдоскоп. Я бы вот так назвал. Очень красиво. Обратная сторона будет. Стоимость этого подвеса 3300 рублей. Давайте смотреть дальше. Тоже еще один фаворит моего сердца. Это будет танзанит в огранке. Посмотрите, какой камень. Просто невероятный. И сколько в нем граней. Вау, просто вау. Очень красиво, я считаю. Смотрите. Давайте, наверное, попробую его подсветить фонариком. Может, он покажет нам больше. Смотрите, внутри. У него тоже есть такая радужка.
конечно, из-за грани ее немножко не видно, потому что грани прям блестят. А на солнце так вообще вау, мне кажется, будет. Колечко будет, сейчас скажу вам, какого размера. Вот так на ручке будет выглядеть. Колечко будет 19 размера, 18,5. Нет, даже я бы сказал 19. Да, 19 размера. Стоимость его 10 100 рублей. Вот такая красота. Так, поехали дальше. У нас идет опал в огранке, комплект. Вот, посмотрите, кольцо и серьги в комплекте. Давайте, наверное, я прям возьму, вам покажу, потому что опал это прям особенный камень, который требует прям детального рассмотрения. Смотрите, как он переливается внутри. Смотрите на камни. Просто красота. Я, если честно, получаю огромное удовольствие от просмотра камней. Давайте чуть-чуть отдалим. Покажу вам серьги. Тоже чуть-чуть поближе, чтобы вы понимали, как это выглядит. Смотрите. Серьги опал. Вау. Мне кажется, наверное, подружки бы обзавидовались покупательнице. Ой, ну ладно, не будем об этом. Также хотел показать вам еще браслет к этому комплекту. Вот так оно будет вместе выглядеть. Браслет идет отдельно. И стоимость браслета 18 тысяч рублей. 18 размер браслетика будет. Сейчас покажу его отдельно. И здесь будет 20 камней. Смотрите, как переливается. Очень здесь хорошая застежка. Вот такой браслет. Кстати, не знаю, почему-то никто прям его, ну, особо брать не то чтобы не хочет, но вот не нашел он еще, наверное, того человека, который, наверное, ему подходит. Но я почему-то чувствую, что вот уже очень скоро какая-нибудь женщина или девушка станет счастливой обладательницей этого браслета. Просто красота. Так, собственно, этот комплект. Колечко 19 размера. Стоимость его 5350 рублей. Серьги и колечко, а также браслет 18 тысяч рублей. Любой комплект можно расформировать, написав нам об этом в личные сообщения, в WhatsApp, в Telegram, в Viber, и мы всегда готовы пойти вам навстречу. Далее у нас идет очень-очень красивый, я забыл, как называется. Простите меня, пожалуйста. Смотрите, какая красота. Я в комментариях напишу те камни, которые я не выложил, точнее, которых я не сказал. Смотрите. Какая красота. Это будет колечко. Также будут здесь серьги. Тоже хотел бы показать их вам, как они выглядят внутри. Они имеют свойство менять цвет. Видите, на чуть зеленый. Сейчас вам. Смотрите. Вот раз фонариком посветил, а цвет уже немного изменился. И на солнце он также меняется. Видите, он такой более чуть-чуть зеленый стал. Вот здесь смотрите. Он прям даже красный такой, прям багровый. Смотрите. То есть у него есть такое вот очень необычное свойство менять цвет. На солнце он тоже совсем по-другому будет выглядеть. То есть такой, я бы сказал, хамелеон. Так. Размер колечка здесь будет. Сейчас вам скажу, даже на ручке покажу.
18,5, 19. Смотрите. Вот так это будет дело смотреться на ручке. Очень красивый. Я бы сказал, унисекс, как подходит для мужчин, кстати, даже это кольцо. Мне очень оно нравится, например. Смотрите. Красота. Стоимость этого комплекта 2000 рублей за единицу. Например, кольцо 2000, одна серьга 2000, то есть две серьги 4000. И вот такой вот невероятный кулончик тоже 2000 рублей за единицу из этого комплекта. Так, это еще не все. Я бы хотел далее показать вам браслеты к этим комплектам, которые можно приобрести. Давайте начнем вот с такого браслета. Это будет у нас изумруд, тоже в ограночке, вот такой браслет. Смотрите, даже давайте поближе вам его покажу, чтобы вы детально камни увидели, посмотрели. Смотрите, вот такая здесь будет застежка. Размер 18 этого браслета. Стоимость его 18 тысяч рублей. Далее тоже это будет изумруд, похожий на него, но немного по-другому выполнена работа. Смотрите, тоже камни невероятные. Внутри, вот видите, внутри прям светится. Смотрите, крепление, ой, крепление, застежка будет вот такая на браслете. Размер браслета 18 и стоимость его 18 тысяч рублей. Далее покажу вам браслет сапфировый, вот такой. Смотрите, какая красота, как переливается сапфир. Я даже сейчас попробую вам показать поближе этот процесс, потому что, ну, это просто вау. Смотрите, какой цвет. Это обратная сторона будет. Смотрите, даже чуть-чуть сбоку покажу вам их. Вот такой браслет сапфир. Стоимость его 14 тысяч рублей, 18 размер. И хотел бы предпоследний браслетик вам показать. Это будет рубиновый браслет. Сейчас чуть-чуть подальше покажу вам. Вот такой рубиновый браслет. У него регулируется размер, поэтому я бы сказал, что он безразмерный. То есть это вот таким делом делается. Смотрите. Вот так, оп. И затянули браслет. И все, и абсолютно на любую ручку он вам подходит. Смотрите, какие камни. Очень красивый браслет. Это, еще раз повторю, рубиновый. Стоит он 4300 рублей. Безразмерный. Далее покажу вам последний наш экспонат в нашей коллекции сегодняшних самоцветов. Это вот такой браслет. Посмотрите, невероятной красоты. Смотрите, как переливаются все-таки в нем камни внутри. Хочу показать вам вот эту магию камней, которая происходит именно непосредственно внутри. Давайте, может быть, я попробую еще подсветить вам так чуть-чуть фонариком, чтобы вы увидели. Смотрите, какая красота. Этот браслет, стоимость его 10 тысяч рублей. Это амитрин, я вспомнил. Вот, застежечка у него вот такого формата. Браслет, конечно, невероятный.
Берите, не пожалеете. А сзади вообще вау. Вот тоже калейдоскоп почему-то я вижу. Очень люблю камни в огранке, и кольца, и браслеты. Прям люблю. Вот, и думаю, что этот браслетик тоже найдет свою счастливую обладательницу. Ну, собственно, вот такая у нас на сегодня получилась коллекция. Прошу прощения. Вот таким образом это все дело у нас выглядит. Хочу поблагодарить вас за просмотр этого видео. Спасибо, что вы с нами. И в радости, и в горе, как говорится, мы всегда с мамой и с нашей семьей радуем, стараемся, по крайней мере, радовать вас видео и вот такой красотой. Спасибо вам за просмотр. Пишите, задавайте вопросы, мы всегда на связи, всегда вам ответим. С вами был Богдан на канале Татьяна Егорова-Речкалова. Всего вам доброго.